Не, ни за кого. Конечно, буду. Конечно, Шеварднадзе. За Шеварднадзе буду голосовать. Может, с ее стороны больше получится, чем другое, пока новое придет. Шеварднадзе совсем не демократ. Грузию развалил. И в Грузии не оставил ни одного домика для жизни, для грузинов. Что он мышление грузинского народа направил только к единственной цели, где достать кусок хлеба и как накормить семью.